По данному рецепту торт Наполеон получается хрустящим, сладким и очень вкусным. После приготовления его сразу же можно подавать к столу и не ждать, пока коржи пропитаются. Торт Наполеон готовится с кремом из вареной сгущенки. Немаловажным моментом является то, что в тесто добавляется уксус. Именно благодаря ему коржи получаются хрустящими. Подавать такой торт можно с абсолютно любыми горячими напитками. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Выложите в миску 180 грамм сливочного масла. Добавьте муку. Добавьте 9% уксус. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Влейте воду. Замесите тесто. Разделите тесто на одинаковые по размеру кусочки, один выложите на пергаментную бумагу, на которой с обратной стороны нарисуйте круг, обведя ручкой обычную тарелку, вилкой сделайте проколы в раскатанном корже. Отправьте корж в разогретую до 180 градусов духовку на 2-4 минуты, таким образом испеките все коржи. В миску выложите 180 грамм сливочного масла и сгущенку. Миксером хорошо взбейте крем. Смажьте готовым кремом все коржи, один корж измельчите в крошку. Посыпьте торт со всех сторон и сверху измельченной крошкой. Вот такой торт в разрезе. Приятного чаепития! Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайк или дизлайк. Необходимые ингредиенты. Масло сливочное, 360 грамм. Вода, 70 миллилитров. Мука, 450-500 грамм. Уксус 9%, 1 столовая ложка. Сгущенка, 380 грамм, вареная. Количество порций, 7. Не пропустите самое вкусное. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!